Весовая категория до 74 килограммов. Схватка 1-2 финала. Борец в красном трико. Хозяин ковра, как говорится, дагестанец Якуб Шихджамалов. Его соперник по схватке. Его соперник по схватке Кахабер Хубешты из Республики Северная Осетия Алания. Оба борца довольно опытные. Якуб Шихджамалов является серебряным призером чемпионата России 2014 года. Кахабер Хубешты — это чемпион России 2013 года. И Магомед Расул Идрисов. Сейчас интересная завязка. Два балла берет очень оригинальным приемом Каха Хубешты. И таким образом счет 2-0. Это была атака Якуба Шихджамалова, но увернулся и сделал действие, сконтрил, как говорится, Кахабер Хубешты, за что судья дал ему 2 балла. Очень здорово начал этот олимпийский цикл Кахабер Хубешты. В 2013 году в Красноярске на чемпионат России он стал победителем. Причем в полуфинале он тогда остановил трехкратного чемпиона, сейчас уже трехкратного чемпиона мира, а бронзового призера Олимпийских игр Дениса Царгуша. Если память не изменяет, счет тогда был 7-1 в пользу Кахабера Хубешты. Довольно уверенно он выиграл. Есть 1 балл Якубу Шихджамалову. Счет становится 7-1. Еще полминуты. 30 секунд еще до окончания первого периода. Вы уже поняли, Якуб Шихджамалов тренируется в махачкалинской школе имени Гамида Гамидова. Его наставник и заслуженный тренер России Анвар Магомед Гаджиев. Центр, блю, центр, центр. На ковре А начинаются утешительные поединки в весовой категории до 57 килограммов. На ковер приглашаются Артас Сана, Казахстан. Куреш Оу, Дондук Оу, Россия. Давай, давай, бежи, бежи, бежи. Баттай, баттай, баттай. Дахадак, дахадак, дохо, дахадак, куртай, кучка. Оджилла, оджилла. Розма. О, майнда, уши роскали. Майнда, бокста. Растак мамокас, растак мамокас, куска. Майнда просто, я не майнда, майнда, я паста шу, я паста шу, о. Форсу.
Сейчас осетинский борец грамотно борется, как говорится, по счету. Он ведет 7-1, и ему незачем рисковать, бросаться в атаку. Он ждет ошибки соперника, как в данном случае, и контрит. 2-2. 2-2. Так, сколько показывает судья? Судья показал 2 балла, 9-1. 9-1. 2-2. Секундант синего борца в синем, он говорит, что здесь должно быть 2-2. Но судья, судьи посчитали по-другому. 9-1. Я посташу. Майрон, ты все растет. Форзу. Очередная атака Хубешты. Счет становится 10-1. Да, что-то не идет борьба, как говорится, у Якуба Шахджамалова. Не удается ему пока провести хорошую атаку. Хотя, как говорят в футболе, ты играешь так, как позволяет тебе соперник. Наверное, и в борьбе, это применимо. Можно атаковать и бороться только так, как позволит тебе твой соперник. Целиком это поединок, ход поединка контролирует Хубешты. Да, более опытный и старше по возрасту. Я пасту. Да хадак. Казалось бы, прошел уже в ногу и должен был брать свое Якуб Шахджамалов, но сумел увернуться Кахабек Хубешты и в свою очередь прошел в ноги. Близок к тому, чтобы завершить поединок досрочно. Сейчас посмотрим. Ну, в этой завязке победителем ушел Шахджамалов. Немножко сократило отставание в разрыве. Счет на табло 10-3 в пользу Хубешты. Остается 10 секунд до конца схватки. Хубешты на опыте сохранил счет за последние 10 секунд. Прошел в ноги и не дал ничего сопернику сделать. Совершенно верно тактически. Таким образом, Кахабек Хубешты выходит в финал Алиевского турнира 2016 года. На ковер Б